Лекция вторая. В прошлый раз мы говорили о истории ZPMG девайсов, о том, как все это выливалось, развивалось, как продолжает развиваться. Сейчас я хочу рассмотреть ZP с позиции мироустройства. Это, конечно, не научно совершенно, это чисто предположение. Если предположить, что наш мир дискретен, то есть мы не постоянные, а каждый раз, как кинематограф, там 24 кадра нас показывает, но показывает нас с определенной очень большой частотой. Если предположить, что наш мир дискретен, то вот в промежутках ничего нет. Индусы говорят, нет ничего, кроме желания великого Шивы. То есть Шива – это такой драйвер, который из ничего делает что-то. И если его желание отсутствует, то опять получается ничего. То есть мы с вами, получается, это кинофильм, который показывается очень большой частотой. Если предположить, что вот этот проектор, который нас как бы собирает, этот прановый проектор, который из праны делает что-то, если предположить, что он где-то рядом с нами, да, или где-то достаточно в каком-то близком расстоянии от нас, Кастанет вообще его называет сборкой и говорит, что он на расстоянии ладони, ширины ладони, сзади спины. Да? То есть он говорит, что это как бы светящийся шарик, который мы не видим. Да? Вот этот прановый слайдер, так скажем, да? То есть назовем его сборкой, как предлагает Кастанет. Не будем отходить, это очень хорошее название. То есть сборка, она нас собирает, но с определенной частотой. То есть мы дискретны. В какой-то момент нас нет. И если сдвинуть частоту нашей сборки, то мы окажемся, в общем-то, в другом мире. Мы можем проходить через скалы, через воду вообще. То есть мы, все что угодно. То есть нас в какой-то момент нет. Мы не будем ни на что натыкаться. Если предположить, что, например, вот этот стол или вот эта вот клавиатура, она показывается с частотой H, а мы делаем частоту H', то мы просто не сможем ее взять. Мы не сможем даже ее увидеть. Мы видим другие миры. В основе нашей теории лежит понятие передачи энергии от ключа к ключу. Хочу пояснить, что это такое. Предполагается, что космос дает всем разные, равные возможности. И он не может отказать просящему. Ну, такие как бы законы космоса. Мы предполагаем, что они есть. И для передач энергии и всего прочего используются формы геометрические. Ну, предположим, что они вылиты из одной какой-то формы, да, то есть мы их взяли, наштамповали там с десяток алюминиевых каких-то болванок там, и, ну, предположим, они все одинаковые. Или лучше всего вылили путем там какой-нибудь там литья по управляемым моделям, которые обеспечивают качество там жуткое, которое не нужно даже обрабатывать, с поверхностью там 6-8 порядка. То есть смысл в том, чтобы две формы были одинаковые, и никого другого их больше не было. Ну, то есть вот у нас есть две формы, и между ними возникает связь. Вот между двумя одинаковыми формами, которые мы создали из одной матрицы, ну или из нескольких матриц, но они одинаковые, и делали это мы своей вот этой сборкой, вот этой. Между этими двумя формами возникает связь. А эта связь не силовая,
она информационная. Многие, кто занимается дольминами, кто занимается мегалитами, знают, что все эти мегалиты связаны между собой, дают какие-то излучения. То есть это вот как раз вот эта слабая слаботочка, так ее назовем, да, то есть которая имеет место между ними. Ну просто там она по-другому построена, ну не важно. Если предположить, что эти связи, ну, назовем их торсионными или там, неважно, они практически мгновенные, то есть они не подчиняются законам нашей физики. Если взять и разместить одну форму в точке вхождения праны, ну, лучше, конечно, это делать в какой-то сферической форме, то есть чтобы был усилитель, концентратор или ковш какой-то, да, там котел Орианта, там царя и так далее. То есть мы концентрируем вход праны и ставим туда вот эту геометрическую форму, задавая таким образом космосу задание, чтобы через эту форму мы как бы ее являем, это наш ключ. Нужно передать энергию другому ключу, который находится совершенно в другом месте. То есть здесь у нас входит прана, и она как бы изучает этот ключ. Она с ним здоровается и говорит: здравствуйте. Ну, я поняла, что это ключ. Дальше. Здесь, имея вторую форму, или даже несколько форм, да, мы можем получать эту прану, уже как бы концентрированную, определенную, ну, нужную нам мощность и так далее. То есть здесь у нас точка входа в пространство Земля, да, то есть на определенной точке силы. А здесь мы ее можем поставить, в общем-то, ну, в любое другое место. Это может быть там летательный аппарат на иных физических принципах. Это может быть энергетическая установка, которая там дает 400 ампер, 400 вольт бесплатно. Да? То есть это может быть, ну, любой ZPNG девайс. Вот многие люди и энтузиасты ZP, они ну, в лучшем случае как бы идут вот этим путем. Просто они не знают, что вот эти формы существуют. Они просто делают, например, электрическую резонансную схему, самые простые вещи. То есть они получают электричество из ничего. И думают, что это все будет длиться вечно. Ничего вечного там не происходит. Естественно, на сборку этого ZPNG-девайса приходит стоп. Значит, объясняю почему. Пространство Земля имеет определенную частоту для... У нее есть свой ZPNG девайс, который собирает это пространство. У нее есть своя частота, ну так назовем ее так. Да? То есть это настроечная такая частота, по которой он работает. И он ни в коем мере не терпит никаких других ZPNG девайсов с другой этой частотой. Он их просто будет стопорить, уничтожать и так далее. То есть для него это короткое замыкание. То есть, если мы хотим получить из ничего что-то, нам нужно вот этот ключ связать синхронно с этим. То есть один ZPNG девайс должен быть синхронизирован с другим через вот эту частоту. Ну, то, что и как бы пытались делать в Египте, да, то есть они строили пирамиды, которые путем воздушного резонанса входили в определенные колебания, и эти колебания уже включали ZPNG девайс. Я совершенно не согласен с господином Гишкардиным в плане того, что частота пирамид была постоянной и как бы раздавала эту частоту, там, 12 Гц постоянно за счет того, что ветер был постоянный.
Это, мне кажется, совершенно абсурдно, потому что ветер не может быть постоянным. И во-вторых, в пирамидах все-таки были ZPNG-девайсы, они были просто глубже. Сейчас их ищут, роют там глубокие скважины, пытаются к ним подойти и так далее. Но они тщательно сокрыты мегалитами, такими, ну, которые просто не подойти, это понятно. Пирамиды – это как бы стартер двигателя. То есть он путем... Или как двигатель Шаубергера, то же самое. То есть путем волновых каких-то вещей он включает ZPN. То есть он сам не является самой пирамидой ZP. ZP у нее внутри, она ее просто включает. И вот эта частота, которую раздает пирамида уже потом через сфинксов и так далее, то есть уже излучалки пошли, да? Берет она основную частоту, я так понял, из воды. Ее усиливает, фильтрует, это очень хорошо Ешкарик показывает, то есть это я ему полностью аплодирую. То есть здесь у него все понятно. Здесь он просто смысл пирамид — это передача вот этого, вернее, сканирование, считывание вот этой частоты. Ну, они ее просто дают, видимо, не в родном, как бы, не в родной частоте, они ее просто трансформируют там в разные. 12 там и дальше герц пошли. То есть это низкочастотные колебания. Но они как бы эталонные. И они пытались на вот этих частотах использовать ZP, energy device. То есть они пытались этими частотами синхронизировать. Ну, очевидно, у них это получалось достаточно долго, но чисто механически или после потопа, очевидно, это все прошло в негодность чисто из-за разрушения этих мегалитических сооружений, и они просто перестали выдавать частоты, и, в общем, синхронизация была нарушена. То есть вот весь вот этот кайф и вот это вот все вот это вот дорогое, мощное и надежное, и практически не требующее обслуживания пирамиды, они, в общем-то, пришли в негодность со временем, и на данный момент они просто, ну, в таком каменно-исполинском варианте, так скажем, мегалитическом, просто не работают. Вот. У нас нет синхронизации, мы не можем к ней подлезть на пирамиды. Если бы у нас была бы синхронизация, даже пусть она была бы низкочастотной, можно было высчитать реальные частоты основного ZP, пространства Земля, и от него уже писать. У нас не было бы вот этих проблем с выключением. Значит, что делают энтузиасты? Да, они делают страшную вещь. Они лезут туда, куда им лезть не нужно. Я понимаю, что хочется на халяву там много-много ампер, 400 вольт, три фазы, но я понимаю, господа, но вы поймите, насколько это опасно. Значит, представьте, что вы, это как бы, ну, следящая организация вот за этим, она есть. Вы в темноте зажигаете, в полнейшей кромешной темноте зажигаете там факел какой-то. Вас видно на расстоянии там сотни километров. То же самое происходит и здесь. Когда вы берете и включаете ZPNG девайс не синхронизированный, но у вас получается, грубо говоря, короткое замыкание. Как бы. Понимаете? То есть вы чем меньше мощность этого ZP, тем больше времени у вас как бы, ну, тем больше, дольше оно определяется. Чем мощнее вот этот ZP, тем быстрее он просто выключается. Причем выключается надо не путем выключения, как бы они рушат сборку. То есть они рушат вот это. То есть они рушат вот это. То есть у каждого ZP есть своя сборка. То есть они вот это, на это они говорят стоп. И многие вот участники, которые делают такие генераторы небольшие, говорят, ну, представляешь, вот такая вот фигня. Просто, ну, вот собираю, работает. Через два дня, блин, опять собираю, опять работает. То есть он меняет сборку, то есть он ее делает, ну, с
сборка 1 там 20 числа, он делает 22. То есть сборка другая, он опять начинает работать. И опять ему присылают просто стоп. Он в шоке, он не понимает. Он уже всем рассвистел, что у него все работает, а она у нее, понимаете, выключается. Есть фирмы, которые пытаются делать промышленно вот это, но у них ничего не получается, потому что ничего не работает. Они не понимают, почему. А дело в том, что нужно синхронизировать. То есть, если у вас есть розетка 380 вольт или 220 вольт переменного тока во Владивостоке и в Москве, они должны быть синхронизированы, правильно? Если у вас они не синхронизированы, где-то коротнем. Либо там, либо здесь. Или по пути. Скорее всего, где-то поближе. Да? То есть тут чисто вот все просто. То есть... Непоняток тут не должно быть. Второй момент. Очень важен момент. Это сама сборка оператора. То есть, если мы привыкли, что, ну, грубо говоря, самолет Ту-154 может сесть Вася, Петя или вообще Клава, там, ну, любой оператор, да, и он полетит и сядет спокойно и взлетит, то есть мы привыкли, что у нас оператор любой может использовать не ZPNG девайс, то есть любое сложное устройство. Хотя на самом деле уже сейчас мы подходим к, ну, к сложным каким-то устройствам или изношенным устройствам, или с устройством с повышенной энтропией, которые говорят, что нет, так не получается. Вот Вася, он летает, а вот Петя нет, он не может летать, у него постоянно что-то ломается. Сборка оператора, она вот здесь начинает работать с ZPNG девайса, то есть его как бы передачи. То есть, ну, предположим, что это геометрическая форма 2, да, которую нам выдают. Ну, объясни потом, почему она. Вот эта форма имеет свою сборку. И сборка оператора, они начинают между собой тоже, как вот и эти формы, они начинают между собой общаться. Мне понравилась очень интересная статья, была в начале нулевых, когда только пошел на Рунет. Была очень интересная статья, к сожалению, она у меня не сохранилась. Статья исследователей частных, которые занимались, ну, так скажем, биороботом человека, которые ушли от хаббардовской команды, от Дианетики, они, ну, не знаю, разругавшись или просто пошли дальше. Я очень уважаю Хаббарда и понимаю, что вещь это очень интересная, и, в общем-то, он прав во многом. Вот, его у нас почему-то ругают, сильно говорят, ну, это уже как бы чисто политические вещи, но он занимался очень интересной вещью, у него он делал много полезных вещей, он как бы родоначальник вот этого понятия, как бы, вот этого биоробота, то есть человека-биоробот, то есть с его трека, структуры, клира и так далее. Очень интересная тема, и они ставят перед собой, Хаббард ставит перед собой очень сильную такую задачу, это изменить человека, сделать клира, то есть, ну, изменить качество человека. Это очень интересная идея, но, к сожалению, они как бы не могли отойти от научных каких-то своих позиций, а наши, они как-то вот ученые, они, или даже не ученые, они энтузиасты, они не стали сидеть на месте, благо у них были дешевые точные приборы, они просто изучили и увидели, что как бы от оператора идут огромное количество связей, то есть каких-то информационных. Порядка 50 штук, даже больше, по-моему, 50. То есть они вот этих ниточки, они их просто грубо увидели. То есть вот этих связей они увидели более 50 связей. То есть мы разомкнутая схема. Мы кукла на ниточках. Вот эти ниточки, они нас собирают. Была очень интересная у них вот эта лекция, но, к сожалению, она у меня не сохранилась. Не знаю, что с ними стало, но вот они чисто занимались вот именно этим. Если рассматривать ZP, то выходит такой постулат, что в ZP
эксплуатации невозможно. То есть нет равенства между одним оператором, вторым и третьим. Все операторы разные, и нет как бы гарантии, что у одного оператора будет работать, у второго тоже будет. То есть это нужно смотреть энергетический портрет каждого оператора и вообще смотреть, как он связан с ZP. Здесь возникают свои законы и противоречия. То есть нужно видеть, то есть нужно рассматривать человеческий организм, я его называю биоробот. Биоробот первый придумал, конечно, Зилли. То есть он меня заразил, это 85-й год, то есть это, в общем, то есть это для меня это был шок в 85-м году. Вот, то есть назваться там биороботом, это было очень как-то, ну, жестко, неприятно, то есть биоробот. То есть если мы рассматриваем оператора как биоробота, то есть мы должны это рассматривать, да, иначе нас просто, ну, мы не поймем. Мы должны как бы смотреть его энергетический портрет. Ну, биоробот имеет определенные законы, и достаточно сложно это в одной лекции объяснить, нужна отдельная лекция. Ну, например, я хочу сказать на примере нескольких трагедий, больших каких-то катаклизмов, как это происходит. Да? Значит, если рассмотреть, например, недавнюю катастрофу в Сочи, жуткие катастрофы совершенно непонятно на ровном месте. То есть к летчикам у меня вообще претензий практически как к летакам, то есть как к водилам, у меня претензий нет. Летчики достаточно, ну, конечно, налет небольшой, но энергетические возможности у них большие. Слеты на экипаж совершенно не конфликт, то есть они не противоречат друг другу. Ну, может быть, у них был, конечно, перелет по часам, то есть это понятно, что, ну, это военные летчики, они как бы, у них, то они сидят на аэродроме, то они летают, да, то есть они, это понятно, то есть у них это нормально, для военных это, в общем. Самолет достаточно вылезный, то есть это, в общем-то, генеральский самолет, они, в общем, в основном его на Байконур гоняли, в общем, ну, такой, тоже, в общем-то, самолету планеру, в общем, было 32 года, то есть, ну, поношенный, конечно, но не сильно так вот, что его ремонтировали, то есть он, в общем-то, обслуживался. Что тут происходит? Значит, сразу хочу сказать, в основном проблема у второго пилота. Значит, энергетически он не должен был как бы эксплуатировать этот самолет. Но у нас нет службы безопасности, которая это видит и знает. То есть мы не видим энергетику человека, который рулит. Значит, здесь, если рассмотреть статистику авиакатастроф, ну и вообще катастроф, то в основном катастрофы случаются по следующим причинам. Это какие-то задержки, то есть не плановый полет, то есть это перенос какой-то куда-то, это какие-то чартерные рейсы, это какие-то сдвиги по времени, то есть он выпадает из пространства временного своего как бы канала. Второй очень важный момент — это два экипажа на борту. Значит, два экипажа на борту, ну, во-первых, они начинают ходить туда, тусоваться, все. То есть они уже не занимаются как бы полетом, они во многом много упускают. То есть они общаются, ходят туда-сюда.
вот у них как бы частота кабины нарушается, да, то есть они ходят друг друга отвлекают. Но здесь даже дело не в этом. Здесь уже чисто мистика, как бы, да. То есть вот эта вот штука, вот эта вот, ну, как бы, она тоже есть сборка у самолета, да. Она не понимает, кто сейчас рулит. То есть в момент руления вот эти люди, у них идет огромная информационная поддержка из космоса. То есть космос дает им суппорт такой очень сильный. И когда два экипажа, он просто не понимает, кому помогать. То есть, грубо говоря, этих надо раздеть, одеть в гражданское и куда-нибудь в хвост посадить. А эти пускай рулят. Ну, ну, грубо говоря, вот так. Если уж надо вести там... А эти, они оба, все в форме и, в общем, космос не понимает. Это, если вот как бы... Ну, это достаточно смешно как бы звучит, но... Статистика, вот она железная. То есть два экипажа, и обычно, ну, то есть это всегда заканчивается плохо. Ну, я понимаю, что экипажа нужно тоже перевозить и так далее, но два экипажа на борту, это я говорю, уже это, ну, это проблема. Еще очень важный момент, и здесь вот он как раз очень решающий. Одному из пилотов идет 33-й год. Значит, что такое 33-й год жизни? Значит, когда человеку исполняется 32 года, он весь год получает апдейт. То есть у него получается смена. То есть у него приходит огромное количество информации. Заново. То есть та, она как бы является устаревшей, и она постепенно, ну, сбрасывает. Ну, представляете, да? То есть вот компьютер получает апдейт. И на таком компьютере, грубо говоря, толком ничего не сделаешь. То есть он уже как бы, он валенок, он вял, он вообще, то есть, ну, он тупой, он вообще, ну, не рулит вообще. То есть на нем ничего не сделаешь. Он вообще может срухнуть, он может зависнуть и так далее, там подобное. То же самое это оператор 32 лет. Огромное количество, просто я занимался статистикой, один из пилотов 32-летний такой пацан. Ну, здесь он, ну, не пацан, но 32 года. Значит, что у них тут мы видим? Если бы у... Если бы только второй пилот был просто, ну, имел такой возраст, и все, это было бы... Ну, возможно, этой катастрофы, может быть, и не было. Но у командира корабля совершенно недавно... То есть вот это третичные циклы. То есть третичный цикл в нумерологии, можно посмотреть, это все лежит в интернете, достаточно все разжевано и описано. Значит, только что у командира корабля закончилась семерка. Значит, семерка это тоже апдейт и тоже информационный жесткий. Причем семерка бывает очень такая неприятная. То есть у него идут очень сильные информационные в него поступления, в сам биоробот. Ну, тоже как и 32-й год, только он, ну, они другого качества. Но они тоже очень неприятны. То есть это тоже компьютер как бы зависает. И вот он только-только вышел вот из этого буквально практически вот этот... вот, ну вот здесь вот где-то случилась катастрофа, да, вот она вот здесь вот случилась. То есть он практически, вот у него только что прошла семья. То есть он еще, информация еще не села в него. Но самое страшное, когда бывает вот эта семерка, а потом девятка. То есть цикл 9. Девятка это ластик, он стирает все. И вообще после ластика девятки и семерки вообще очень, ну, вот эти все, вот все, оно вылезает именно тогда. То есть что мы имеем? Семерка это смена информации, а девятка это ластик. То есть он все лишнее удаляет. Его задача убрать все лишнее. Ну, здесь такого нет, но здесь вот эта семерка у командира. Здесь вот просто получается мистика какая-то. То есть достаточно опытные пилоты творят какую-то, в общем-то, ну, такие детские ошибки. Командиру корабля, кстати, у меня вот претензий нет. Он его диспетчер спрашивает, вы будете заказывать машину сопровождения? Он говорит, да, я заказываю машину сопровождения. Значит, машина сопровождения должна убрать колодки.
из-под колес. Значит, в идеале на каждом, на каждой тележке должны быть 4 колодки этих подкладочных, да, чтобы машина не укатилась. Но тут в российском еще аэрофлотовском вот этом всем кодексе был такой момент: выпускающий самолет ответственный человек, он давал команду на старт двигателя, но не давал команду убрать колодки. Почему? Потому что машина может еще стоять долгое время с заведенными двигателями. 5 утра плюс 2 плюс 5, ну то есть тающий снег. Достаточно противная такая погода, как говорят англичане, drizzle. И за тем, чтобы убрать колодки, не убрали колодки. Они натыкаются на свои колодки. Я спрашивал многих летчиков, в том числе своего отца, и говорю: ты наезжал на колодку? Он говорит: да, наезжал. Значит, что такое наезд на колодку? Значит, вот эта тележка с шестью колесами, Ту-154, четыре колеса неподвижны. Вот эти два имеют вращение. Ну, чтобы рулить там, чтобы все это. И колодки должны стоять определенным образом. Лучше всего, чтобы они стояли 4 штуки. Ну просто это раздолбайство на аэродромах, оно приводит к тому, что ставят всего лишь одну колодку. Ну, им лень их таскать, они тяжелые, там надо машину целую и так далее. Они ставят одну колодку вот под 6 колес. Значит, вот здесь есть демпфер, антифлаттер так называемый. Он может, он позволяет всего лишь 3 градуса повернуть колеса влево-вправо. В идеале должно быть 4 колодки, но Значит, что тут происходит? В эту сторону, вот если мы посмотрим, то есть в эту сторону, если у нас как бы колеса поворачиваются вправо, сюда, то тут у нас большой еще запас, то есть больше, чем 3 градуса. То есть если мы поставили колодку вот под это правое по ходу колесо, то ничего страшного не произойдет. Но если мы поставили колодку только под левое, а этой колодки нет, то вот этот демпфер, он ломает вот эту часть. Потому что машина весит порядка 100 тонн, она полностью заправлена. И если мощность двигателей достаточно большая, но она большая, да, то есть вот эта часть, она просто отламывается. Значит, что нам говорит дежурный оператор по аэродрому, выпускающий, да, то есть что у нас с инженерной системой, то есть что у нас происходит? Товарищи министры, у вас хороший негаль, сейчас водитель в нашем сопровождении их уберет. То есть первоначальный капитан корабля запрашивает машину, чтобы она убедилась, что колодки убраны, колодки не убраны. Они пытаются сдвинуться с места, они не сдвигаются. Управление аэропортом понимает свою ошибку и еще раз присылает эту машину. То есть эта машина должна была убедиться, что вот здесь вот поломок нет. Они тупо убрали вот эту колодку, которая стояла вот здесь.
У меня есть фотографии самолетов, которые стоят в аэропорту Адлер. Вот они. Вот видите? Вот здесь справа внешне стоит колодка, вот она. А здесь она стоит под левым колесом. То есть это, он, вот это просто раздолбайство. Вот это делать ни в коем случае нельзя. То есть я это говорю только для того, чтобы не гибнуть, ну, следующие люди. Если вы ставите колодки, пожалуйста, ставьте колодки хотя бы под правое колесо, походу, но не под левое. И я объясню почему. Далее. Значит, что у нас тут получается? У нас получается... Сначала они замешкались, то есть 5:20 утра. Они замешкались с этими колодками, это их вывело из, как бы, из колеи. То есть они как бы, ну, то есть уже сбиты, ну, то есть они хотят, они уставшие, 5 утра, то есть они сначала лицедят с этими колодками. Они должны были вызвать машину, трап, выйти и убедиться, что колодка, что нет повреждений. И когда наезд на эту колодку, это может быть, ну, достаточно проблематично. Значит, они это не сделали. И машина сопровождения тоже ничего не сказала, она тупо их ведет дальше. Затем происходит следующее. Вообще эргономика туполевского самолета очень плохая. То есть самые плохие самолеты по эргономике — это Туполев. Вообще Ту-154 это ужасный самолет, но самая большая катастрофичность, то есть это ужасный самолет, хоть его и не ругают, а хвалят, но это, ну, в общем, гроб на колесах. То есть по тому, сколько самолетов было выпущено и сколько количества катастроф на нем, одни из самых плохих кабин — это туполевские. Самые лучшие считаются илюшинские и сухие. То есть у Илюшина, вот все вот летчики, которых я спрашивал, Илюшин — самая эргономичная и удобная кабина. Ну, потому что и у Сухого тоже. То есть и Сухой, и Илюшин, они брали в штат летчиков, которые участвовали в проектировании кабины. Не то, что там эти фломастеры нарисовали инженера, а именно брали, значит, летчика, причем опытного, который делал им эргономику. Кто говорил, так мне неудобно, так удобно, вот здесь мне вот так вот. То есть они шли от обратного. Значит, что происходит здесь? У Ту-154 огромное количество модификаций. То есть их настолько много, что даже летчики, которые летали на одном, ничего другого толком сказать не могут другим, потому что они на другой модификации летали. Ну, раньше даже, то есть я помню время, когда обслуга Ту-154, она была очень жесткой. То есть механик правого крыла Ту-154М не мог подойти к левому крылу или там другому, вообще, другому самолету с другой буквой, потому что это не допускалось. Нужен был определенный допуск пройти. Не знаю, как сейчас, скорее всего, уже все это уже кануло в лето. Значит, у Ту-154 задание курса, оно может быть задаваться как и командиру корабля, так и вторым пилотом, и также штурману, по-моему. То есть были модификации, где штурман мог задавать взлетный курс. Значит, у современных всех аэрбасов, боингов, значит, курс вот здесь вот крутилка. Вот, они прямо на нее смотрят всегда, то есть она на самом видном месте. Обычно вот здесь стоит такая крутилка, они ее крутят, а здесь прямо освещается курс. Там от 0 до 360. То есть, ну, какой у нас там курс? Да? И они могут менять его там и так далее. То есть, значит, здесь
эта крутилка не одна, а их две. У каждого летчика она вот здесь вот задается. Но задается также, где, с какого места будет задан курс. С командира корабля или с второго пилота. Значит, вот панель Ту-154. И вот этой кнопкой, вот этим вот тумблером, вот заданного курса. Вот, задается. Либо вот сейчас он стоит по умолчанию, обычно стоит слева. То есть курс задает курс задает командир корабля. Вот в таком положении его задает командир. Если переключить его вправо, то курс будет задавать только второй пилот. В данном экипаже курс задавал штурман. И штурман отвечал за то, что курс. Ну, то есть он отвечал за задание курса. Не пилоты задают, а именно. Значит, что происходит? У них взлетный курс. Значит, в данном экипаже за выставление курса отвечал штурман. Ну, понятно, да? То есть, ну, это как бы неправильно, это нестандартно для обычного Ту-154 гражданского. Ну, это, в общем, у военных это может быть. То ли это сказалось чисто уже ночные полеты, то ли перелет большой. Хотя большие перелеты — это очень такая вещь, да, то есть это сказывается очень сильно. То есть они выставили взлетный курс, очевидно, с позиции второго пилота, но нет, то есть они как у них получилось, в чем проблема? То есть они выставили курс, и он начал возвращаться опять к исходному заранее выставленному посадочному. То есть если задается курс справа, а стоит влево, то курс опять приходит к тому, что было. И они это увидели только уже когда вырулили практически на взлет. То есть это опять их сбило с наталыку. То есть опять еще одна такая очень серьезная помеха на взлете. То есть что такое взлетный курс? Это задание бортовому компьютеру огромного количества действий. То есть вот это для своего времени достаточно сильно механизированное крыло Ту-154, оно требовало действий бортового компьютера. То есть он под заданный курс настраивает свои параметры. И взлетать с курсом посадочным, ну, это было, конечно, неправильно. То есть это была большая грубая ошибка. По-хорошему нужно было отложить взлет. А их торопило еще момент, что шел с Краснодара или откуда там самолет, то есть он садился, и нужно было, ну, то есть у них был коридор, в который нужно было залетать. Вот, они не хотели тянуть время, они, то есть они решили взлетать. На самом деле это было неправильно. Нужно было, ну, хотя бы с курсом решить. То есть они по ходу дела меняли курс. То есть на взлете они меняли курс, ставили взлетный курс. Но здесь получается уже как бы такая вещь. То есть они уже были обречены на взлете. Почему? Потому что я считаю, что поврежденное шасси сыграло свою роковую роль. Очень часто российские летчики наезжают на колодки и игнорируют это. Ну, разные модели самолетов по-разному. Здесь вот этот демпфер, он может просто сыграть очень плохую шутку. Значит, вот мы видим поднятые
со дна моря это правую стойку, и вот отсутствует этот это шасси, да? Весит она порядка там чуть ли не 500 килограмм, она очень тяжелая. Вот показана его схема. Вот показывается его схема. Вот этот болт призонный, он просто вырван, он срезан. То есть никакого удара о воду это не сделает. То есть это чисто 100 тонн наехало на вот этот болт. Дальше мы видим, что колесо, оно находится сверху. Если вот эта вещь отрывается, то дальше самолет летит на четырех колесах. Вот он взлетает на четырех колесах. Вот эти просто, ну они не болтаются, они просто крутятся. Они не несут нагрузки. И дальше самолет просто взлетает, грубо говоря, на... на 12 колесах, да, то есть здесь 4, 6, 10, 12, на 12 колесах они взлетают, передние, не помню, что там один или сдвоенный, то есть они, вот без этих колес они взлетают, то есть они как бы есть, но они взлетают без них. Значит, что тут происходит? Значит, у них задан Бинол 2. Вот это вот все то, что нам нарисовали, я считаю, это просто неправда. То есть, почему неправда? Потому что некоторые тела, найденные на дне, они были уже жилетах. Они не могли жилет одеть 60 секунд полет. Это просто реально. То есть они, очевидно, взлетели, ушли туда уже к ЛО и поняли, что у них болтается просто это шасси. Ну, она, очевидно, давала очень сильную такую турбулентность, била там по бокам и так далее. То есть она болтается, это шасси у нас просто на трубках тормозных. Вот. Они понимают это и начинают возвращаться. Они возвращаются и уже идут вдоль берега, и вот здесь, очевидно, это шасси отрывается. Ну и здесь уже несколько вариантов, какие могут быть. Либо оно попадает в двигатель, что-то у них происходит, это видно, отрывается это колесо. Вот, и оно наносит какой-то совершенно финальный удар какой-то. То есть оно настолько сильное повреждение делает, что они просто дальше не могут просто лететь. Тут рассматриваются две вещи. Либо он задевает правый двигатель, либо средний. Ну, средний, то, что средний задевается колесом, это вообще уже фантастика. Или часть правого двигателя задевает средний. Ну, в общем, тут что-то страшное. Вот. То есть, просто... Казалось бы, вот на ровном месте такие вот вот если вернуться к нашей теме об операторах ZP. То есть ZP не терпит каких-то моментов в операторе, которые им не то что не нравятся, они не согласованы. Получается, такие вот даже вот на обычных установках, не ZP Energy девайс, то есть происходят вот такие страшные катастрофы. С Кнылевской трагедией то же самое. Капитан корабля 33-й год. Американская трагедия, например, большая, да, это Пэт Тилман тоже, 33-й год. Иисус Христос тоже самое, 33-й год. То есть очень сильный информационный обмен, который мешает ему адекватно
существовать и работать. Поэтому эксплуатация Zeppelin девайса должна очень точно считаться, и эксплуатация Zeppelin девайса она должна иметь определенный график. То есть она не будет точно такая, как вот мы сели и поехали. Грубо говоря, у нас есть электромобиль, они уже, в принципе, уже отработаны и готовы. Нам нужна только большая, мощная, как бы вечная батарейка. Да? То есть если мы возьмем эту вечную батарейку, поставим в наш автомобиль и поедем, то ничего хорошего долгое время у нас не получится. То есть мы не сможем ее 20 лет на этой батарейке эксплуатировать. Там картина будет совершенно другая. То есть для каждого пользователя нужна своя батарейка. И срок ее, вернее, график эксплуатации, он будет непостоянным. То есть, грубо говоря, для того, чтобы одному оператору использовать электромобиль с такой вечной батарейкой, ему потребуется несколько автомобилей и несколько этих Zeppelin. Ну, на этом сегодня все. Спасибо за внимание.